Привет, бро! С тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты любишь играть в игры. Считаю. Раз, два. Молодец, дружище, что ты успел поставить лайк? Напиши в комментариях, какая твоя самая любимая игра, в которую ты играл в последнее время. Сейчас мы с тобой будем создавать своих собственных монстров. Давай посмотрим, что же нам предлагает игра. Итак, у нас есть даже Скибиди унитаз такой вот прикольный, камераменчик, хаги-ваги, банан. Ха-ха-ха, даже огонь есть! Ух ты, привет, Пикачу, смотри, какой милашка. Некоторые персонажи здесь закрыты, а другие нужно открывать с помощью роликов. Ну что, давай выберем, наверное, собачка плюс камерамен. У них слияние, и что выходит? Очень интересно. Как будто собака в VR-очках. Какой вообще эпический. Дальше давай мы с тобой выберем. Камерамен у нас уже был. А где же Скибиди унитаз? Вот он. Привет, Скибиди унитаз. Выбираем его. Почему у него вообще глаза какие-то белые? Плюс банан. Скибиди унитаз, который сожрал банан. И вот, слияние пошло. Сейчас будет какая-то магия. И у нас получится... Скибиди банан, ребята, вы посмотрите. Это же реально ржачно. А это внизу описание. 2 звезды всего лишь. Наша лаборатория монстров готова дальше здесь создавать все новых и новых монстров, которых даже пока что не существует. Выбираем мы с тобой еще камерамена. Я только что открыл всех персонажей, вот вторых, которых надо здесь добавлять. Вот этого мальца забыл. Ладно, камерамен плюс Пикачу. И давай делаем слияние, что же здесь получится. Это будет что-то новое и эпическое. Вот он, Пикачу с одним глазом. Ребята, это же Пикачумен, вы посмотрите, 2 звезды. Почему 2? Тебе что, не нравится мой персонаж? Вот какие крутые персонажи у нас. Скибиди Банан Унитаз, также Пикачумен. Это у нас Котикмен. Будем создавать с тобой монстриков. Выбираю Киси-Миси. И давай добавим радужного друга. Киси-Миси плюс радужный друг. И что у нас получается? Сейчас мы создадим нового монстра. Мы с тобой лаборатория монстров. Это дочка Киси-Миси, а также радужного друга. Мы создали монстрика. Ого, на сколько звезд? Ничего себе! Такого эпичного монстра на много звезд мы еще с тобой не создавали. Но все впереди. Давай с тобой выберем зеленую лягушку. Вот, смотри, какая она красивая. И здесь выбираем тоже такого зеленого монстра. Говорит, я тебя съем. Таких OCP-объектов еще никто не видел. Лаборатория имени Воблера. Появись, новый друг. 3 звезды, 4 звезды. Да, он на 4 звезды, но мне нравится этот малютка. Это просто супер лягушонок-пожиратель. Это новый эпический Crazy Frog. Я хочу скрестить банан с арбузом. Банан плюс арбуз, и получается у нас, это будет новый монстр, или это будет новый фрукт, или что вообще будет? Банан-арбуз! 2 звезды, а я бы хотел попробовать банан-арбуз. Мне даже сладенького захотелось, смотря на этот суперфрукт, который мы только что с тобой создали. Огонь плюс лед, и у нас получится вода. Ну а что еще может быть? Сейчас будет, наверное, стакан воды. И чё это? Да вода должна получиться. Какие 2 звезды? Не нравится игре мое слияние. Ну ладно, сейчас мы создадим что-то эпическое. Скибиди унитаз плюс Among Us. И давай посмотрим, что это будет. Возможно, это будет Скибиди Among Us. Давай глянем. Да, вот он, смотри, рот открыл. Вообще эпический монстрик, просто супер. На 4 звезды мы его сделали. Неплохо. Так, Скибиди унитаз плюс огонь. Смотри, мне кажется, это будет реально огненный Скибиди унитаз. Или что получится? Так, здесь происходит какая-то магия, и получается вот он. Просто горящий чувак. Мы с тобой поджарили Скибиди унитаз. Ничего себе, сколько звезд. Ну, максимальное количество. Да, это у нас, бро, 7 звезд. Мне нравится этот Скибиди унитаз, если честно. Скибиди унитаз плюс розовая птица. И вот происходит магия, сейчас будет слияние, может быть это Скибиди птица. Что это за монстр? Это Скибиди унитаз? Это вообще ворона какая-то. Ребята, это просто 50 оттенков Скибиди унитаза. Таких монстров вы точно еще нигде не видели. Скибиди унитаз плюс такой вот пухленький пингвин. А что это сзади у пингвина? У него сумка за спиной. Смотри, что ты там прячешь, ты пингвин?
Лаборатория имени Воблера, происходит слияние, и тут он... Это Скибиди пингвин-унитаз! Такого монстра я еще не видел ни в одной игре, бро. Если ты видел, то напиши в комментариях название игры. Этот персонаж похож на снеговика, потому что у него нос морковкой, смотри. Но зато мы получаем много звезд. Скибиди-унитаз плюс лед, это будет замороженный Скибиди-унитаз. Магия в нашей лаборатории, вот он. Замороженный Скибиди-унитаз. Такое ощущение, что чувак решил просто вместо ванны принять унитаз холодненький, чтобы взбодриться. Много звезд мы с тобой получаем за нашего монстрика, или непонятно, что мы здесь создали. Камерамен плюс банан. Такого у нас точно персонажа еще не было. Давай посмотрим, мне очень интересно. Ого, это банановый, ребята, почему 4 звезды? Не нравится этот персонаж? А вы представьте, сколько здесь вообще вариантов каждого персонажа. Это же просто круто и бомбезно. Пикачу плюс Поппи. И тут у нас магический момент. Что у нас получится, я даже не знаю. Ух ты! Это девчонка Пикачу. Это Пикачиха. Поппи Пикачу. Поп Пикачу. Как поп-исполнитель какой-то. Ой, блин, ну прикольный монстр на самом деле. Но мне больше нравятся скибиди-унитазы и камерамены. Выбираем скибиди-унитаз. И тут мы с тобой выбираем камерамена. Два врага решили встретиться, и сейчас будет какой-то эпический микс. Два монстра, и вот он получает. Это кто? Это скибиди-камерамен-унитаз. Все вместе. Смотри, сколько звезд мы получили. Но это реально крутой. Скибиди-унитаз плюс... лягушка. Давай посмотрим. Это будет у нас Кибиди-фрог. Нажимаем дальше. И получай, история нового монстра. Что это за страшный чувак? Мне кажется, что он страшнее всех монстров. Хоть он улыбается, но такой рот у него опасный. Как будто сейчас сожрет меня. Ой, это получеловек, полулягушка, полуунитаз. Боже мой, что я только что создал? Да Тревор Хендерсон просто прячется в уголке и боится моих монстров. Он понимает, что у нас монстры круче, чем его. Шучу, конечно же. Давай дальше будем создавать. Камерамен плюс трансформер. Мне кажется, что это будет просто суперская какая-то камера. Нажимаем дальше. Камерамен плюс Бамблби. И что получится, происходит? Вот он. Ничего себе. 2 звезды, 3 звезды, 4. 5. Эпический красный. Не, ну костюмчик у него зачетный, конечно же. Мне нравится персонаж, если честно, хоть нам дали мало звезд. Арбуз плюс скибиди-унитаз. И что у нас получится? Скибиди-арбузик. Почему 2 звезды? Ну реально угарный персонаж. Я не знаю, от чего вообще отталкивается игра, но мне нравятся эти персонажи. Что бы я ни создал здесь, это просто эпично и необычно. Камерамен плюс Кисси-Мисси, и сейчас будет что-то эпичное и интересное. Это будет... так это просто Кисси-Мисси-робот. А может быть это Камера-Мисси? Точно, это Камера-Мисси. Здесь неправильное название на самом деле. Вот у нас Скибиди-Унитаз. Девчонка была или не была? А вот этого монстра я не помню. Скибиди-Унитаз плюс красный монстрик. И что у нас получится? По-любому что-то крутое. Мужик, сосиска какая-то. Мне нравится этот персонаж. Игре тоже нравится. Вы посмотрите на этого чудика. Это реально эпический монстр. Нам дали максимальное количество звезд. Подожди, это 7 или 8 звезд? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 звезд. Я думал, 7 максимально. Вот это крутой монстр, ребята. Камерамен плюс зеленый монстр. Происходит чудо в нашей лаборатории. Сейчас мы получим нового камерамена. Это суперский ТВ-мен. Ты посмотри, какой он красавчик. Он реально страшный монстр. Снизу это слайм, а сверху ТВ-мен. Так, мы получили сколько звезд? 7. А максимальное количество было 8. Но все равно он реально прикольный. А что у него сбоку за штука? Это кнопка, чтобы включать его. А канал из пульта, наверное, переключается. Блин, крутой персонаж, мне нравится. Робот плюс огонь. Возможно, это будет огненный робот, либо огонь какой-то такой. Офигенный робот, смотри какой. Просто как будто с какой-то игры пришел. Из Overwatch или из чего-то другого.
нам дали 6 звезд. То есть, если 5 звезд и 6 звезд, это у нас красные звездочки. А если 7 и 8, там уже другого цвета. Ну что ж, мне нравится этот робот, какой-то магический. Робофайр. Так, выбирай Хагиваги плюс Кибиди унитаз. И получается у нас... Ну давай посмотрим, кто ты. Это реально страшный монстр. Такого у нас точно не было. Он просто ужасный. Вы посмотрите, что у него с волосами. Это потомок Скибиди унитаза и Хагиваги. А может, это сын Хагиваги, такой вот какой-то страшный, он решил просто ноги помыть в унитазе. Потому что у них ванной дома нету. Камерамен плюс лед. Немножко охладим эту камеру, потому что она перегрелась. Вечно эти камеры перегреваются. И вот у нас! Офигеть, это суперский камерамен. Смотрите, у него даже камень в груди есть. Как у Вижена. Только у Вижена во лбу был камень, у нас в груди. Прикольная камера. Это кнопка, чтобы включить камеру. Если у него будет камера покрыта льдом, то, возможно, не будет перегреваться. Да, ребята, это эпическое создание новых монстров. У нас есть Скибиди унитаз. Тигра не было. Скибиди унитаз плюс тигр, и мы получаем с тобой какого-то тигра, похожего на теленка, ребята. Вот реально теленок, если бы не было полосок. Сколько мы вообще звезд получили? 8 звезд, типа эпично, круто. Ой, я еще не видел такого монстра. Это просто эпично. Игра мне нравится, но если бы, конечно, было поменьше здесь рекламы, было бы вообще круто. Камерамен плюс девчонка, и получится, возможно, камерамен-девушка какая-то. Вот она! Вообще прикольно. Так она просто на голову фотоаппарат подцепила. Здесь нет ничего уникального. У нее прическа такая, заколка, видите, вместо резинки в камера. Так у нее, возможно, шлем такой, знаете, где GoPro на голову одевается, как фонарик. Может, знаете, эта девчонка-шахтер, и у нее реально фонарик там. Ну так себе, мне, конечно, дали 7 звезд, но я не скажу, что я прям восхищен этим существом. Медведь плюс Скибиди унитаз. Давай, пандочка, покажи, на что ты способна. И тут у нас получается новый панда кунг-фу. Я не знаю почему, но все Скибиди унитазы, они все угарные, головы просто ни на что не похожи. Блин, мне нравятся прям все. Тигр, камерамен. Тигр плюс камерамен, и получится у нас супер камера какая-то. Тигрокамера, ух ты, какой милашка, просто суперский, мне нравится. Такое ощущение, что он не ТВ-тигромен, а просто тигр себе на голову телевизор одел. Старый такой, знаете, где еще не плоский. Может, это скафандр у него такой. Почему 3 звезды? Персонаж-то прикольный. Скибиди унитаз плюс зайчиха. И что у нас выйдет? Сейчас глянь, возможно, будет Скибиди унитаз с ушками. Зайчик, вот он. Скибиди унитаз с ногами. Ну это прикольно. Мне кажется, это не Скибиди унитаз зайчик, а раковина Скибиди унитаз зайчик. Потому что так вот стоит все. Даже руки есть. Ну что ж, бро, на этом эпичном моменте мы завершаем слияние. И вот какие у нас прикольные монстрики сегодня были. Ты посмотри. Это просто супер эволюция разных Скибиди унитазов, камераменов, ТВ-менов и всех других монстров, которых мы с тобой сегодня создали. Это были реально крутые монстрики, а в следующем ролике мы продолжим. С тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие видео, скоро увидимся, пока.